Каждую неделю утром съемочная группа «Крымского маршрута» отправляется по дорогам Крыма в поисках уникальных уголков природы. Хорошо вам сидеть в теплой квартире у телевизора. И нам здесь неплохо на солнышке погреться. Час назад мы закопали на лесной полянке наш штатив, запасные аккумуляторы и вторую видеокамеру. Нести тяжело. Заберем в следующий раз. Все пути для человека. Все для человека. Десять-пятнадцать шагов. Я уже буду на вершине.